Воскресенье Христа. Wir feiern heute Ostern. Ich grüße euch alle heute früh. Es ist ein wunderschöner Morgen. Und deswegen leite ich euch mit mir, dass ihr mit mir aufsteht und dass wir jetzt kurz zum Gebet vorsprechen. Halleluja, Gott. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пошел на нас во крест. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты отдал свою жизнь за нас. Что Ты страдал за нас, Господь. Что Ты пролил свою святую кровь за нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже, за эти раны, которые, Господь, Ты перенес ради нас. За физические раны, за духовные раны, Господь. За то, что Ты так страдал, Боже, за нас. И мы хотим, Господь, это сегодня действительно оценить, Боже, и выразить Тебе эту великую благодарность, Господь, за то, что Ты своими ранами спас нас, Господь, избавил нас от ада, Господь, избавил нас от смерти, Боже. Мы хотим благодарить Тебя всего сердца, Боже, за это. И сегодня, Боже, мы празднуем до воскресения, Господи, потому что Ты победил смерть, Господь, Ты победил ад, Господь. Ты победитель Иисус, и мы провозглашаем на этом месте Твою победу. Победу в наших сердцах. Аллилуйя, Господь, я молю Тебя, чтобы сегодня Ты воскрес в наших сердцах, Господи. Аллилуйя, чтобы мы не только это праздновали, чтобы мы сегодня это пережили, Боже. Твое воскресение в нас. Аллилуйя, Иисус, мы славим, мы величим Тебя и провозглашаем. Иисус Христос воскрес, и Он живой. И Он грядет. Аллилуйя, Иисус! Слава Тебе! Слава Иисус! Аллилуйя! Давайте возьмем Бога! Thank you.
Ты добыл эту драгоценную цену, Господь, и мы тебе благодарны. Мы бесконечно тебе благодарны. Аллилуйя. Thank you.
забыть открытый для того, чтобы наполниться твоей любовью, чтобы мы могли отдавать эту любовь другим людям. И мы этом очень нуждаемся. Твоей любви. Потому что даже написано, что все пройдет, пророчество пройдет, но любовь останется. Она останется. Thank you.
Bye.
такое.